Следующая песенка посвящается Дмитрию Киммельфельду и называется «На дорогу к храму». Дорога к храму — это вообще такая тема мощная. Вы помните, кому нужна эта дорога, если она не ведет к храму? Я даже с подружкой Сырой Маулер организовала поэтический фестиваль на эту же тему. А все началось с того, что в городе Маледуме, где я тогда уже работала, я обнаружила табличку, когда искала автобус в сторону дома в Иерусалим. Там на иврите было написано «Дерек ле Арабайт» — «Дорога к храмовой горе», что израильскому, в общем, говорит «Дорога к храму». Я туда стала водить людей, показывать табличку и рассказывать им, что в Маледуме есть «Дорога к храму». Вот. И Дима тогда работал на телевидении и вел экскурсию как раз «Иерусалимский коридор». Давай, приятель, снимай скорее, мой друг под ветром, как флаги реет, бежит, как страус, как кролик скачет, на телевидении он и шачит, не подражая, неотразимый, с открытым сердцем, неудержимый, с умом Спинозы и лбом Сократа. Все остальное, как у пирата, он все легенды земли расскажет. От Галилеи до первой стражи, потом очнется, глотнет глинтвейна, исполнит, есть ли слоны в Бахрейне. Дальше прямая речь, экскурсовод. Вот здесь лежала проща Давида. Не помню точно, какого вида. И в этом месте, смотри, не к Риму, идет дорога к Иерусалиму. И возвращаясь домой с работы, считая пальмы, листая ноты, шагаю прямо к Иерусалиму. Смотрю направо, ты видел, Дима? Дорога к дому, табличку в раму. Шоссе назвали «Дорога к храму». Маршрут привычный, давно идем мы. Дорога к храму, дорога к дому, дорога к храму, дорога к дому. И когда мы устроили фестиваль «Дорога к храму», мы это позиционировали именно так, что «Дорога к храму» — это путь к себе.